Машина для барботажной мойки тяжелых продуктов преимущественно. Длина 3400. Вега БВ 3400. Значит, есть такое сито. Под ситом установлены форсунки, из которых подается вода. Соответственно, в этой ванне происходит бурление. Продукт перемещается в процессе мойки и посредством транспортера выгружается. Соответственно, эту штучку можно убрать, сито. На подъеме установлены форсунки. Форсунки дополнительно промывают продукт. Отдельно подвод воды для форсунок. Можно просто проточной водой промывать, можно посредством циркуляции воды. Соответственно, выносной блок управления с органами управления. Запуск, остановка. Соответственно, установлен частотник для регулировки скорости транспортерной ленты. Посредством вот этих вот форсунок создается движение. Краны для регулировки расположены на этой стороне. Кранами регулируется давление воды. Вега БВ 3400. Данная ванна может быть исполнена в размере 2600, то есть 2,6 метра, и 3,4 метра.